Нет, ребята, вы на канале Игоркут, я не могу. Ребята, короче, я не знаю, как вам это сказать. Я не ожидал такого вообще никогда в своей жизни. Я возвращался домой со школы. Захожу домой в свою комнату. И вижу вот это. Я не знаю, как это у меня оказалось. Мне просто очень страшно, это все по-настоящему. Смотрите, эта кукла Вуду самая настоящая. Я думала, она не существует. Я думала, то, что это делают только те, кто кого-то заговаривают. Откуда у меня оказалась эта кукла? Я не понимаю. Звонил Даше по видеосвязи, показал эту куклу. Сказал, нет, это не моя кукла. У меня я делала другую. Она вообще не сняла куклу Вуду, а просто какую-то маленькую настоящую куколку закопала, и все, она ничего с ней не делала. Она даже не поняла, какая это Вуду или нет. Что мне делать вот с этой куклой, ребят? И у вас вы сказали ее женщине, я не могу ее женщине. Я не знаю, может быть, надо какой-то с нее приговор снять или что. Да я вообще не знаю. Ребят, я редко плачу по-настоящему, и сегодня именно тот день. В общем, ребята, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал и, пожалуйста, нажимать на колокольчик. Вы не представляете, как это важно для моего канала. Просто знайте, я вас всех очень сильно люблю, что бы со мной не случилось. Я просмотрела множество видео на ютубе и у Ирины Ясинской, у Аллы и Веры, и у всех это кукла Вуду. Я не знаю, почему это ко мне привязалось, я не хотел с этим связываться вообще. Я не понимаю, как это. Я у всех спросил, никто не приходил, все были дома, там не то, чтобы дома остался один, но кто-то мог прийти. Комментарий, что с ней сделать? Мне кажется, сжигать ее нельзя, я прочитал. Давайте тогда что-то с ней сделаем, просто, она, посмотрите, какая большая, просто, реально, она огромная. Я просто в шоке, что с ней делать, правда не знаю. Просто помогите, я хочу просто разорвать и убить, я не знаю, что с этим делать. Ребята, мне сейчас очень больно стало. Неужели это она сделана на меня? И из-за любого резкого плохого движения все происходит со мной. А что будет, если я ее вообще сожгу, ребят? Что с ней делать? Пишите мне обязательно в комментариях, ставим лайк. Просто делимся это видео со всеми своими друзьями, чтобы они никогда просто в своей жизни не связывались с куклой Вуду, не делали ее. Пишите об этом, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Рассылайте всем просто своим друзьям. А это должен знать каждый. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока.